чему снится закрытый гроб. Говорят, кто увидит такое, тот будет вынужден совершить подлость. Его будут терзать сомнения, мучительные переживания. А еще он будет душевно опустошен. Но это ли самое страшное? Многие считают, что страшнее всего, когда приснившийся гроб черный. И когда его несут прямо в дом. Но, на самом деле, это не так. Подобное сновидение сулит приятные перемены на личном фронте, а также выгодные сделки на работе, повышение заработка, поднятие по карьерной лестнице. Закрывать крышку на гробу в жизни может означать непонятное, мистическое стечение обстоятельств. Видеть стоящим поперек дороги у вас на пути крутые перемены, которые принесут массу переживаний, как положительных, так и отрицательных. Раскапывать, открыть какую-то тайну. Мастерить, влезть в новую должность. Закрытый гроб во сне по Миллеру. Согласно объяснению Миллера, снящийся гроб – все-таки дурной сон. Он может привести к крайней потере кого-то из близких, если он обложен цветами, да еще и в церкви, к неудачному вступлению в брак. Для человека, занимающегося сельским хозяйством, он может сулить болезнь домашней скотины или убыточный урожай, для бизнесмена – потерю везения, если вы сидите на крышке, это означает опасное заболевание, ссоры. Сонник Ванги – приснился закрытый гроб. Ванга утверждает, забитая крышка гроба означает расставание с чем-то ненужным в вашей жизни. Если вы с пристрастием забиваете гвозди в крышку, наяву вы раз и навсегда покончите с одолевающими вас страхами и слабостями. Это хорошее знамение. Еще лучше, если гроб падает. Таким образом ваш ангел-хранитель заботится о вас, помогает избежать опасности. Если же захоронение благополучно продолжается, и вы видите, как закидывают землю, такое лучше забыть, случится нечто злое, необратимое. Вполне возможно также видеть себя умершего со стороны. Например, вы идете мимо похорон и замечаете на прикрытой крышке свое имя. Подобное подсказывает, что стоит пересмотреть всю свою жизнь, поменять приоритеты. Сонник Фрейда – закрытый гроб. Фрейд считает, что человек, видящий во сне такую картину, должен обратить внимание на состояние гроба. Очень важно, какой он. Дорогостоящий, является символом плодовитости, здоровья, возможно, предвещает зачатие, пополнение в семье. Бедный – это значит, что тот, кому такое приснилось, страдает заниженной самооценкой. Дряхлый – означает невозможность зачать ребенка. Цинковый – предвещает об опасности, проколах в сексуальной жизни. Толкование сна по Цветкову – закрытый гроб. Преуспевание в намеченных целях – для девушек и юношей, бракосочетание для замужних и женатых, поступление денег, если гроб плывет по реке, вскоре разбогатеете, снящийся в гробу товарищ предсказывает вести о своих же взлетах. Единственный негатив проявляется, если кто-то открывает закрытую крышку. Считается, что таким образом выползают все беды, несчастья. Сон о закрытом гробе по Нострадамусу. Согласно Нострадамусу, такие сновидения предупреждают о неизлечимых заболеваниях, возможно, массовых. Очень важно вспомнить все мелочи того, что приснилось. Только так можно правильно расшифровать послание о предстоящих событиях. Увидеть во сне закрытый гроб по Хассе. По трактовке Хассе, видеть такое, столкнуться с препятствием, лежать на месте покойника, нескорая смерть. Видеть, как несут плохие новости, печаль.